Привет, друзья! Вы на канале Виктория Босс. Сейчас мы находимся на канале А4 и будем троллить ваши комментарии к видео «Кто последний закричит в страшном доме побеждает». Открываем канал. А4 очень популярный видеоблогер. У нас постоянно выскакивает реклама. Сидим, кто такой, вообще не знаем. Кто смотрит А4, тому респект. Кто не смотрит, тоже респект. Я это видео смотрю без звука. Виктория у меня фанат А4. Итак, давайте посмотрим ваши комментарии. Сразу скажу, что в комментариях здесь много спама. Открываем сначала новые. И вот самый первый комментарий. Закреплено А4. Хотите еще таких страшных роликов на канале? Нет, кроликов мы больше не хотим и не разводим больше. Вот так образно. Так, Орфер только что написал. Плагиатер фигов. Орфер, если ты смотришь, почему он плагиат? И если кто-то из вас подписчики знает, кто, почему он, у кого скопировал это видео, напишите мне в комментарии. Так, тебе меньше 20 лет. Если меньше 20 лет, то идешь в армию. Анастасия Мельникова. Когда новое видео? Когда новое видео? Пишется видео. Ну, ничего страшного. Будет послезавтра. Он же выкидывает видео через 2-3 дня. Так что скоро будет. Ваня Наруто. Это фанат комиксов и этих анимешек, точнее. У тебя на пол-то лава 2 миллиона фейков. Так, то да, давай снимай пол-то. Это лава 4 части. Да, язык сковеркаешь, пока прочитаешь. Да, снимай четвертую часть пол-то лавы. И, кстати, съезди на действующие вулканы. Вот четвером как раз съезди там и снимите, когда будет извергаться. Посмотрим, что вас спасет. Ярослав Бирюков. А4 с днем рождения. У кого день рождения, напишите мне в комментарии, поставьте лайк Ярославу Бирюкову. 24 часа фотки, челлендж. Влад, заметь, пожалуйста, ставим лайк, чтобы Влад заметил. Ну, Влад заметит, посмотрев это видео, увидит и поставит. Паркущик скоростной. А, скоростной. Тогда написайте паркушек скоростной. У сосны кора. А ты скоростной. Артем Тележников. Давайте третья часть гробов, пожалуйста. Третья часть гробов. Я вам не советую такие видео смотреть. Потому что вы сейчас все копируете, потом друг друга закапываете в песку. И, поправочка в к песке. Сожалению, уже появились несчастные случаи. Люди гибнут, дети точнее. Здесь эти трюки выполнены профессионалами под руководством взрослых. А вы сами что творите, не дай боже. Я не советую вам. Так, Холди Трак. За каждый лайк я буду писать страх. Прошу, мне не хватает 4 подписчиков. Первый страх. А что там страх? Что там страшного было в этом видео? Кто чего испугался, пишите в комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал. Я буду троллить многих популярных видеоблогеров. Доставка бесплатна. Что это у нас? Девелери Куб. Спасибо. Мне бы не помешало сейчас что-нибудь привезти поесть. Так. Это с Украины. Кира Хоменко. Пожалуйста, снимите якость челленджи. Якость. Снимите, пожалуйста, что-нибудь челлендж, наверное, так пишу. Кира, напиши, что ты хотела сказать на русском. Или это белорусский язык. Ну, вроде похож на украинский. Так, позвони на номер телефона 8-926-898-1155. И что там будет? Сейчас же позвонят. А будет пол этого лава? Кот тише спрашивает. Да по-любому будет. Я же выше сказал уже, где куда съездить. Пудзям еще есть. С каждой подпиской буду писать твое имя. Первый, один, два. Читать дальше. Ну, читать дальше не будем. Это микс 9. Или микс
X. Микс-X. Больше микс-9 походит. Как концерт 9. Так, если хотите увидеть продолжение видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии. Будем весело и смешно рассуждать о ваших комментариях. Всем пока.